Красивая и здоровая кожа – визитная карточка каждой женщины. Чтобы всегда поддерживать ее в идеальном состоянии, необходимо ухаживать за лицом в любом возрасте. И чем раньше начнете следить за ней, тем дольше кожа будет выглядеть упругой и эластичной. Я безустанно говорю своим клиентам, это все-таки надо увлажнять. Увлажнять кожу как изнутри, организм, пить воду и наносить крема ежедневно. Регулярный уход за кожей лица поможет предотвратить возникновение нежелательных дефектов, например, черных точек или же морщинок. Как говорят специалисты, уход должен быть такой же естественной процедурой, как чистка зубов. Если выйти, увлажнить кожу и выйти на мороз, это тоже одно и то же, что стоять и облизывать губы. Нужно обязательно очищать лицо перед сном. Если не удалять вовремя косметику, это забивает и расширяет поры. И, следовательно, грязь и жир способствуют появлению прыщей и угрей. В зимний период, конечно, больше липидные, жирные крема использовать. Защитный слой какой-то, барьер создать. А в летний период, конечно, обязательно это увлажнять. И если есть какая-то пигментация, хоть малейшая, все-таки надо защищать кожу SPF-фактором. И 50, чем больше, тем лучше. SPF-фактор, то есть в кремах есть определенные частички, которые светоотражающие, светопоглощающие частички. Используется наносить перед выходом, чтобы эта пигментация не стала еще больше, более такой выраженной. И последнее – умывайтесь косметическими средствами. Для этого отлично подходит молочко, гель или специальное мыло. Иначе кожа может забиться и покрыться сухой пленкой. Будьте красивыми и здоровыми! Назирке Садыкова, Эльнур Касиман, Евгения Гришанина, Жанна Кун.